Друзья, привет! Такой прекрасный взрывной эффект возникает от любой физкультуры, от любого метода, от любого действия, когда оно точно совпадает с текущим состоянием человека. Вот эта синхронизация действия с текущим состоянием обеспечивается ключевым словом, которое иногда нужно произнести, но на которое люди не обращают внимания никакого. Да, это слово «переживай», «переживай». Делай действие и переживай. Ну вот в чем оно заключается? Это же тоже сложно объяснить, и для этого этот и вебинар. Потому что ко мне часто обращаются люди, они говорят: «Слушайте, ну мы там видим, ну вам так, ну, к вам звонят, вы всем помогаете, а почему я смотрю на Ютубе, там смотрю, я делаю, ну, там делаю синхрогимнастику, там я делаю подбор приемов путем перебора, я все делаю». Ну, вот есть какой-то процент людей, которые с этим обращаются ко мне именно в Skype. Я обычно поднимаю после 20 часов. Ну, я отвечаю на вопросы, и мне человек говорит: «Ну, помогите мне». Я говорю: «Ну, смотри, YouTube весь бесплатный, слушайте, ну, чего вы не смотрите, там же все есть, и там и получасовые, и часовые, и двухчасовые, и трехчасовые, бесплатные ликбезы, и вебинары. Ну, смотрите, ну…» И вот когда я вдруг разговариваю с человеком и говорю: делай вот так, и в какой-то момент я вдруг заметил, что человек слышит все это, да, но при этом как бы не обращает внимания на самое главное. Да, ну вот было такое случай у меня в жизни, когда я там предложил человеку, эта женщина, она 4 раза делала разгрузку. Там у меня в зале стояла, я зашел в зал у себя в центре защиты от стресса, она делает разгрузку, я подошел к ней, я говорю: «О чем думаешь?» Она говорит: «Пытаюсь расслабиться, пытаюсь выгнать мысли все из головы и поймать это состояние, о котором вы все время говорите». А я говорю: «Как пытаешься расслабиться? Я же сказал, переживай». Она говорит: «Так я и так переживаю». Я говорю: «Ну как же ты переживаешь, если ты пытаешься вот это состояние расслабления найти? Не надо этого делать. Ты просто делай то, что ты делаешь, и думай, о чем думается. Переживай», я говорю, «ну, чтобы совпадение произошло, синхронизация произошла во время разгрузки или во время выполнения ключевых приемов идеорефлекторных. Надо как раз-таки, делая это, думать, о чем думается, и делать, как делается. Если у тебя всколыхнулось переживание, так переживай, пожалуйста, переживай, пропускай это через себя, как через трубу. Это же есть выпустить пар». И вдруг она стала это делать и позволила себе переживать, и сразу у нее произошла реакция. Прямо у меня на глазах коренной перелом состояния. Она говорит: «Слушайте, так я 4 раза это делала, я 4 раза это слышала от вас, но ни разу это не применила на самом деле, потому что у меня как-то логика расходилась с этой практикой». И вот действительно, она стала так делать, и вот этот вебинар, это для того, чтобы вы практически почувствовали, получили сразу результат. Поэтому я специально для новичков, которые слышали об этом методе, много раз смотрели в Ютубе бесплатные наши ликбезы, для новичков специально особый вебинар, чтобы они сразу получили то, что нужно. Да, друзья, особый вебинар давайте для новичков.